Всем привет! Вы находитесь на канале онлайн. Все о продвижении YouTube, Instagram и ВКонтакте. Итак, я сегодня хотел вам показать, как делать репост в Instagram. Итак, советую подписаться на мой канал, кто это еще не сделал. И я вам покажу. Собственно, я буду пользоваться эмулятором Android Andy, чтобы все удобно и красиво вам показать. Собственно, нам пригодится приложение, которое и называется Repost. Собственно, ссылочку на него я оставлю в описании. Вот такое вот приложение. Ссылочка в описании будет. Что нам необходимо сделать? Давайте откроем Instagram. Вы установили данное приложение, авторизовались в Instagram. И, в принципе, хотите сделать репост. Давайте выберем любую фотографию, которая нам нравится. Давайте, к примеру, вот это вот мне очень даже нравится. Давайте сделаем репост. Нажимаем на верхние три точечки вверху фотографии и нажимаем скопировать ссылку. Отлично. Далее нам нужно перейти в наше приложение для репоста. Открываем приложение. Так, ждем, пока загрузится. Вот, и данная фотография у нас уже появилась в новых репостах. Итак, что нам нужно нажать на фотографию, после чего нажать репост, и нас перебросит в сам Инстаграм для обработки. Open Instagram. Кстати, можно также регулировать, где будет надпись, от кого вы сделали репост. И также белая она будет, либо черная. Давайте я вам сейчас покажу. Давайте, к примеру, хочется мне здесь, и она будет темная. И нажимаем репост. Так, ждем. Открывается иконка Open Instagram. Отлично. Так, ждем, пока загрузится Instagram. Вот, здесь уже можно обрезать фотографии, но мы этого делать не будем, идем дальше. Также, как стандартно в настройках фотографий, выбираем эффект. Давайте вот этот. Хочу этот эффект. И нажимаем далее. Здесь пишем ваши теги. Добавляем место. Поделиться в соцсетях. И нажимаем поделиться. Опубликовать. После чего фотография появилась у нас вуаля. Если понравился видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал. Всем пока.